О задачах вновь созданного областного департамента природных ресурсов и экологии чиновники регионального правительства рассказали журналистам на пресс-конференции. Новое ведомство создано путем слияния двух самостоятельных структур – Комитета по природопользованию и Службы по охране объектов животного мира. За департаментом на сегодняшний день сохранились полномочия по функциональному регулированию в сфере охраны окружающей среды, природопользованию, охоты и сохранению охотничьих ресурсов, а также охрана и использование объектов животного мира, водных биологических ресурсов на территории Ивановской области. Все полномочия, функции, услуги, которые были ранее закреплены за комитетом и службой, находятся теперь в сфере деятельности созданного департамента. Одна из важных функций департамента – экологический надзор, охрана атмосферного воздуха, водных объектов. В 2015 году на постоянной основе в ШУИ начнет работать экопост. В ближайшее время правительству региона предстоит выбрать организацию, которая будет осуществлять регулярные наблюдения. Мы готовим аукционную документацию после размещения на аукционе, заключение контракта. Надеемся, что лаборатория будет в полном объеме выполнять все свои возможности, функции в этом году. И мы получим достоверные сведения об окружающей среде, атмосферного воздуха, в частности, в городе Шуе. В 2014 году в Шуе уже были взяты пробы атмосферного воздуха, но существенных превышений специалисты не зафиксировали. Осуществляли анализы по семи препаратам. Могу сказать по итогам года, что только несколько раз было превышение, буквально, причем разовые превышения, не среднесуточные, взвешенных веществ в частности. И проводя анализ, почему это вдруг могло быть, какие предприятия работали вокруг в это время, пришли к выводу и мы, и Росприроднадзор, мы их привлекали к этому анализу, что подействовало в осенний период сжигание мусора, листвы вокруг находящихся частных жилых строений. Одной из задач департамента является оформление паспортов на особо охраняемые природные территории. В этом году сад 1 мая и парк имени Степанова обретут такие документы, но при этом изменится статус парков. Из категории «памятники природы» они перейдут в категорию «парки культуры и отдыха». Там запланировано проведение комплексного экологического обследования, а в случае необходимости – и экологическая экспертиза. После чего будут проведены землеустроительные работы, по итогам которых сведения о границах занесут в Государственный фонд данных. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.